Первая школа практически ровесница Десногорска. Многие выпускники давно уже зрелые люди. Да и здание школы напоминает о своем солидном возрасте. Классы и помещения давно требуют ремонта. В этом году Смоленская АЭС выделила средства на частичный ремонт школы. Выделили достаточно крупную сумму на ремонт объектов. У нас будет отремонтировано два кабинета. Это кабинет музыки, кабинет изобразительного искусства, два подсобных помещения, косметический ремонт актового зала, косметический ремонт обеденного зала столовой и частичный ремонт кровли. Ремонт очень необходим. Здесь будет замечательно заниматься детям, потому что все обновилось, стало красивым, ярким, приятно войти в помещение. Это очень важно для эмоционального настроя детей и работы детей. Поэтому мы очень благодарны нашей Смоленской атомной электростанции за такую возможность отремонтировать помещение нашей школы. За качеством выполнения работ контроль ведут специалисты городского хозяйства. И лично контролируют Александр Александрович Новиков и Андрей Николаевич Шубин. Ремонт планируют закончить к новому учебному году.